Здравствуйте, я Бахор, бабушка Катеньки. Сейчас я вам прочитаю сказки братьев Гримм «Звездные талеры». Ну, талер – это такие денежки. Жила-была маленькая девочка. Отец и мать у нее умерли. И была она такая бедная, что не было у нее даже каморки, где жить, и кроватки, где спать. Наконец осталось у нее одно только платье, что на ней было, и кусочек хлеба в руке, который ей подала какая-то жалостная душа. Но была она добрая и скромная, и от того, что была она всем миром покинута, вышла она, полагаясь на волю Господню в поле. Встретился ей по дороге бедняк и говорит: «Ах, дай чего-нибудь поесть, я так проголодался». Она отдала ему последний кусочек хлеба и сказала: «На здоровье!» и пошла дальше. Видите, какая добрая девочка. Да наградит ее Бог. Шел по дороге ребенок. Он жалобно плакал и сказал: «Холодно моей голове, подари мне что-нибудь, чем бы я мог ее покрыть». Сняла она свою шапочку и отдала ему. Прошла она еще немного, и повстречался ей опять ребенок. Не было на нем ничего, и весь он дрожал от холода. И она отдала ему свое платье, пожалела ребеночка. А потом попросил у нее другой ребенок юбочку. И отдала она ему юбочку. Наконец пришла она в лес, а уже совсем стемнело. И явился еще ребенок, попросил у нее рубашечку. И добрая девочка подумала: «Ночь темная, меня никто не увидит. Можно, пожалуй, отдать и рубашку». И сняла она рубашку и отдала ее. И вот стоит она, и нет у нее ничего больше. И вдруг стали падать звезды с неба. А были то не звезды, а новенькие, блестящие талеры. Хотя она отдала свою последнюю рубашку, но появилась на ней новая, да притом из самого тонкого льна. И подобрала она в подол талеры и хватила их ей на всю жизнь. Видите, девочка сделала доброе дело, и ей награда пришла побольше. Она же отдала один кусочек хлеба, рубашечку, юбочку, платьице и шапочку. А ей в награду подарили с неба много талер денежек, которые хватили ей до конца ее жизни. Так что делайте добрые дела, и пусть они возвратятся вам старицей больше. Вот и сказочки моей конец. А кто слушал, молодец. Пока-пока.